Для тех, кто путается при сложении чисел с разными знаками, можно запоминать вот так. Пример сначала приведу. Например, минус 5 плюс 3. Чтобы не запутаться, можно запоминать так. Знак минус означает, представьте себе лестницу. Лестницу. Минус будет означать вниз. Вниз. А плюс будет означать вверх. Движение по лестнице вверх. Тогда пример будет выглядеть так. Минус 5 плюс 3. Вниз на 5 ступенек. И потом вверх на 3 ступеньки. Итого, если вниз на 5 и вверх на 3, это все равно, что мы сдвинулись вниз, то есть минус на 2 ступеньки. Очень простой способ для тех, кто путается при сложении чисел с разным знаком. Да? Минус означает вниз, плюс означает вверх. И потом смотрим, сколько суммарно мы сдвинулись. И куда, вверх или вниз. Сначала говорим вверх или вниз, а потом на сколько. В данном случае вниз на 2 ступеньки. Все, спасибо.